пожалуйста. Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в ExoOne, Эхо 1, или даже не знаю, как еще перевести. У нас пятая планета, мы на нее только что упали. Нам предстоит прокатиться колобком по этим, не знаю, каньонам, или что это за планета. Но я думаю, мы с этим непременно разберемся. Погнали! Набираем скорость. Немножечко я подкрутил резкость. Не знаю, лучше хуже будет. Так. Как к нам сюда попасть? Промазал. Так, ну-ка. Разворачиваемся. Разгоняемся. Да твою мать. Да как так? Куда? Ир, ну, да что ты будешь делать? Что-то как-то не задалась у нас серия с самого начала. Чувствую в этих каньонах, или что это такое? Настрадаюсь еще, да? Летим. Так, желобок. Наверное, специально для нас придуманный. Я, правда, не уверен, но вдруг... Блин, вообще, честно говоря, я не очень понимаю, как тут мы будем... Так, стоп. По-моему, это... Или нам сюда... Я... Так, стоп. Я вижу, во-первых, синий свет, во-вторых, какой-то белый. Короче говоря... Так, это я возвращаюсь, откуда пришел. Чую я тут, мы настрадаемся. Ну, если не мы, то я уж точно. Так, нам бы какие-нибудь координаты, нам бы что ли, я не знаю, выбраться куда-то на плюс-минус поверхность. Так, ну в ту сторону вроде бы листики летят. Давайте предположим, что нам туда же. Потому что пока что мне тут не очень нравится. Так, стоп, это что, корабль там какой-то? Как все интересно, но в очередной раз опять все нифига не понятно. Так, как нам туда бы вот... Ага, я вижу что-то похожее на... Что это? На заездку. А вон я вижу еще что-то. И вот, честно говоря, не знаю, куда мне ехать. Ну, как говорится, дерзнем. Ну, потому что... Что нам терять? Я надеюсь, мы сюда заберемся-таки. Ну, вроде как получается пока. Что характерно, не очень слышно звука. Так, а нам... Да, нам сюда куда-то. Так, 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 так. Как-то опять все неловко получается. Угу. Но делаем ставки. Надо нам сюда или не надо? Так. Какая-то ерунда, да? Я так понял, что... Если сюда нам и надо, то
каким-то не таким способом. Так. Причем нам нужно вот куда-то, блин, туда. Ладно. Будем катиться, грубо говоря. Куда катиться, да? И, честно говоря, без дополнительного источника. Хрен знает, где раздобыть еще, да? Этот источник, чтобы нормально летать. Так, в прошлый раз получилось, что немножко подутопли. Так, тут реально заехать? Вроде как реально. Не такая уж и человая игрушка, честно говоря. Не, отчасти, конечно же, да, но... Так много вопросов и так мало, блин, ответов. Так, я вижу там ускорялку. Вопрос, сможем ли мы в эту ускорялку ускориться? Причем она очень странная. Так. Вокруг этой фигни кружиться я могу. Твою. Ай, налево. Так. Тихо, нет, не хочу. Верните меня обратно. Угу. То есть нам все-таки сюда было нужно, нет? Что происходит? Это классная идея была сюда забраться. БСД. Стоп, я теперь большой шарик? Какого? Мы типа оседлали гигашарик или что это? Как это? Как это работает? Так, я туда вообще еду, нет? Ну, надеюсь, что туда. Потому что если не туда, то мы в большой клетке и куда-то пытаемся провалиться. Что мы сделать пытаемся? Только, по-моему, я в обратную сторону еду. Но я надеюсь, что мы не можем туда здесь уехать сейчас, да? Мы же там сейчас застрянем, нет? Странно, как у нас получается управляться этой штукой. Но что-то выходит. А, ну там вот были такие шарики, а вот в этой, которая по центру, не было. Я так полагаю, это какой-то недостающий элемент. Ага, ага. Хорошо, что оно плюс-минус как-то само сюда едет. Чё? Питание доступно. Включаемся, ошибка. Что происходит? Где мы? Так, стоп, я могу летать или не могу летать? Так, надо осмотреться. Нам явно в ту сторону. Другой вопрос, как в ту эту самую сторону нам забраться, так чтобы не самоубиться. Так, надо, наверное, здесь поднырнуть.
Залети мне. Твою. Налево. А как я туда заново могу попасть? Или никак? Или вот куда я упал, это туда, куда надо я упал? Проблемки. Ой, ладно, как говорится, поехали, значит, мы за орехами. Ехали, ехали. И приехали. Да. Однозначно, вот здесь настрадаюсь я. По полной программе. Угу. То есть наверх я хрен попаду, да? Ну, скорее всего, да. Так, хотя, может быть, вот сюда запрыгну, оттуда как-нибудь наверх. Хотя вообще вопрос совершенно открытый. Нужно ли мне на этот верх? Так, нет, вот сюда, вот, вот назад. И сейчас вот развернемся. Тихо-тихо-тихо, я сказал, развернемся. И вот сюда разгонимся. Прыг-скок, прыг-скок. Ага, ага. Хорош. Хорош, да? Тихо-тихо-тихо. Ты твою... Ну, налево. Мне сюда надо было. Или обнаружен источник энергии. А где я что обнаружил? А, вон он, что ли. Говорится, поблизости обнаружен. Ой, другой вопрос, как к этой близости добраться? Потому что вообще нетривиальная затея. Хрен там плавал. Ну-ка, может, мы с этой стороны то запрыгнем? Так, 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 так. Ну, стой. По-моему, мы сюда не можем заехать. Или можем? Да не, вряд ли. Или можем? Да ладно. Хорош. Ага, ага. Теперь мы почему-то зелененьким светимся. Так, мне вон туда, наверное, да? Или где мы тут источник энергии обнаружили? Давай, 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 разгоняемся. Долетим? Или хрен там плавал? Или нам, блин, и не надо. Тихо, 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 что началось? А, нам сюда можно было, наверное, и так и не стараться, да? Заряд увеличен. Предположим, допустим. Так, ого, до 2000 вольт. Нам сюда? Да, теперь мы можем плюс-минус сносно летать. Так, вот там где-то наш транспортер. Но нам сюда? Или нам не сюда?
твою. Неудобно. Ни хрена непонятно и не видно. Так, как бы нам... Так. Ой, в топку надо приземлиться на землю, а то сейчас я это себе глаза сломаю, голову. Понятно, почему здесь говорят, что людям с эпилепсией тут надо как-то быть поаккуратней. А то можно доиграться. Так. Задний ход. Так. Вот тут немножечко не хватает заднего хода. Так, ну, не знаю. Мне кажется, мы сейчас вот там можем куда-то добраться. Блин, у нас типа заряд энергии 2000 там сколько мегавольт, а мы катаемся как лошара. Не получается нормально разогнаться. Или тут просто условия нелюдные. Хрен пойми на самом деле. Давай, 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 разгоняйся. Хорошо, что мы еще сквозь деревья проезжаем, а то вот здесь вот такой, ну, не сказать, что густой растительности, настрадались бы. Гарантированно настрадались бы. Ну, я бы настраздался бы. Так. Мне вот этот мир не нравится. Если остальные были плюс-минус по-своему красивы, то этот по-своему бесячий. Причем как бы летать здесь нормально не получается. Так, там вон что-то я... О. А что я сделал? Что происходит? Странная штука. Что это? Плохая экология? Вроде зелень туда-сюда. Почему нас так колбасит красным? Все-таки никак я не научусь нормально. Так. Так, стой, 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 стой. Я вижу здесь потоки. Вихри добра, так сказать. Ага, ага. Мы едем, едем, едем в далекие края. Мне кажется, надо было там куда-то попасть. Стоп. Ага, нет, не ага. Стоп. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но жизнь боль-то, а? Ладно, вроде бы запарковался. Жесть. Ёж твою медь, а? Кто это придумал, блин? Гвоздик в голову вбить этому товарищу. Я искренне надеюсь, что нам не придется чинить эту канитель. Потому что в этом мире искать еще какие-то дополнительные источники энергии... Забей и выкинь. У меня
вообще ни разу не уверен, что я человек. Не то, что тот, не тот человек, что раньше. Нации подтвердили, что строительство инопланетного зонда продолжается. Чё это? Мы на Солнце высадились? Адмирал Браун, давайте на чистоту, этот билет в один конец. Параноид. Параноид? Это странный астероид. Так, я уже еду? Я уже еду. Я не совсем понимаю, где я, как я и почему я. А я долечу туда? Нет, стоп. Мне вот куда-то туда надо. Нет, нет, вон куда-то туда. Куда мне? Твою дивизию. Бедные мои мозги. Так, здесь что-то дышится. Угу, хорош. Мне... Вот куда мне надо попасть? Так, 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 так. Какого... Какого хрена? Мне куда-то вон туда надо пролететь? Что, что, что мне надо сделать? Вас издаст. Японский городовой. Это так задумано? Или это... Или, или что-то идет не так? Ёпта вашу медь. По-моему, я что-то сломал. Нет, не сломал. Что? Так. Ладно, летим туда пока. Ну, вроде летится, да? Хотел сказать, стабилизировались. Но нет. Мне нужно эту штуку протаранить. Мне нужно куда? Поломалось все. Ёп, так где я? Ну тут, видимо, что? У меня нет никаких других вариантов? Или что? Или как? Параноид хренов. Ну, поднырнуть я типа куда-то могу. Вопрос нахрена. Ну, типа я планирую. Очень непонятно. Вот эта миссия, не знаю, то ли она не доделана, то ли я... Или я делаю что-то не так. Я... А, нужно, наверное, шлеп отнырнуть. Что, куда, зачем? Самое главное, почему? Самое главное, для чего? Ну, вроде бы приближаюсь, вроде бы. Но ключевой момент вроде бы. Вот мне в ту штуку надо или мне в ту штуку не надо? Вот в эту вот. Могу ли я тут самоубиться, я не знаю. Но вот что это? Вот это что-то нужное? Так задумано, так не задумано. Жесть. Ну, та штука вроде как дальше, да? Можно попытаться к этой все-таки подлететь.
это я ускоряюсь, так что что происходит? Я хочу вот к этой подлететь, я могу? Или не могу? Мне надо к ней подлетать? Мимо этой штуки я пролететь могу? Нет. Просто не хотелось бы. Так, это что? Это мой телепорт? Ага. Или не ага? О, мы, кажется, телепорт нашли. Прилетели в ад, судя по цвету телепорта. Так. Соджорн 23. Внимание, обнаружены высокие уровни атмосферного магнитного потока. Так, неизбежно отказ системы защиты. Защиты. Вас исключили, вы уволены, мне жаль. Что? Мы куда-то не туда прилетели? Я свернул не на ту дорожку? Приведите время с семьей, а? Я найду способ, я точно знаю, что я видел. Мы вернулись на первую планету? Что? Так, интерференция магнитного поля, Гаусс превышен, отключено, скольжение отключено, позиционное что? Ошибка, рулевое управление отключено. Но... Так, рулить я не могу, да? А что я могу? Ну, разгоняться могу. Так, стоп. Тормозить могу. Вперед могу. Вбок не могу. Или могу, но плохо. Так, тихо. Ну, не знаю, давайте катиться куда-то. А, прыгнуть могу, стоп. Так, ну прыгать могу, как шарик. Блин, долбаться могу. Так. Нам надо... Ой, что нам надо? Очевидно, шоколада. Катимся, катимся, прыгаем. Да ёб твою налево, а? Сама, ну... Нам же по-любому, наверное, вот в ту сторону надо. Только вот вопрос, как туда закатиться. Какая-то... Так, о, кажется, что-то получилось. Так, ну, вон там я что-то вижу. Короче говоря, меня ждут боли и страдания, я так полагаю. Боль и страдания, страдания и боль. То есть управление не работает, мы едем как-то как бы говно в проруби нас колбасит. Видимо, было бы классно то попасть. Ну. Или не классно.
Очень странная миссия. Короче, мы можем худо-бедно прыгать. И практически не можем рулить. Короче, такое впечатление, что нужно вот эти вот как-то потоки... Так, плющиться мы не можем. Ну, очень похоже на последнюю миссию. Очень похоже. Ну, потому что, как бы, какие варианты? Если это не последняя миссия, то что это? Судя по накалу костей и непонятностей, в принципе, что может быть хуже? Кстати, вид классный. Вид офигенский. Там, я так полагаю, черная дыра. Нам, видимо, нужно в эту черную дыру, поэтому и гравитация тут зашкаливает, еще что-то зашкаливает. Так, 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 нам было сейчас тут... Нет, не сбиться с пути бы. Не хотелось бы. Источник энергии, молния обнаружен. Основание облаков и ярус облачности, высота 1,1 километра. Я понятия не имею, как на 1,1 километр забраться, если я как парализованный колобок качусь. Какая-то обсидиановая планета, что ли? Как эта херня называлась? Я не помню. Забыл, как называется планета данная, или что это, или не планета это. Я вообще в каком, в нужном направлении лечу? Ну, скорее всего, да, потому что, ну, как бы, тут фактически особых вариантов нет. То есть мы как бы чисто на потоке вот этой, что, энергии, еще чего-то лечу. Рулить по факту я не могу. Могу только примерно катиться вперед и прыгать. Все. Ну и наблюдать офигенский вот этот вот, вот диск. Так, твою дивизию. Куда мы тут покатились-то? Или мы тут все-таки можем как-то подобрать какую-то штуку? Или не можем? Хрен знает. Одно скажу, самое главное, тут сейчас вот, блин, не сбиться куда-нибудь, не в ту сторону. А, потому что это гарантированно жопа. Так, тихо, тихо, тихо. Мы куда? Вот в эту черную дыру летим? За горизонт событий? Нас это она? Она нас притягивает? Так, что-то тут опять красным. Так, источник энергии, молния обнаружена в основании облаков. 1,1 километра. Ну, блин, твою мать. Это, конечно, восхитительно. Да ёб твою. Так, 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 так. О, да хорош. Ну, серьезно. Да ёб твою налево, а? Ну надо было сюда это закатиться за шара, ну вы поняли. Ну давай, родной, блин. Выезжаем отсюда. Чёртовой бабушке. Да куда ты катись, дубина? Как все плохо. Так, вот, давай вот. Ну. Хорош. Хотя, не знаю, может, еще не хорош. Но плюс-минус. Блин, боли и страдания. Главное тут сейчас вот где-нибудь только вот опять не заплачется. Не хотелось бы.
Так, высота 1,1 километра. Хрен знает, где эта высота. Хрен знает, правильно, неправильно еду. Виды шикарные, но пока что нам это не приносит никакой пользы. И другой вопрос, что мы уже едем хреновую тучу времени. Ну, подразгоняться, да, вот под такие горки мы можем, конечно. Но такое. Прям такое-такое. Ваю, выкатывайся, мать. Красава. Ну или не знаю, или не красава. Но вот если вот эти вот пейзажи немножко использовать. Плюс-минус. Какое-то понимание есть. Так, ну вроде желобок общий, как бы, ну, ту сторону, куда нам, ну, наверное, надо. Плюс-минус. Минус-плюс. А, динамик потерял. Так-так-так, давай немножко свернем. Так. Ну, не знаю, опять же, мое субъективное мнение немножечко затянуто. То есть, как бы, да, мы тут такие туда-сюда, но чутулю. Чутулю затянуто. Хорошо, что нас тут еще, ну как, вот на этом, на этой волне держит. Плюс-минус. Потому что если бы не она, то мы бы тут еще настрадались бы. Так. Да, взмываем выше ели. Ух ты, накопитель энергии. О, мы в шарик превратились. Прыжок включено. Предположим. И теперь что, долго мы еще будем тут это? Так. Не, ну сейчас типа хотя бы мы можем там что-то как-то маневрировать, да? Так, опять все сломалось. Не, опять заработало все. Так, энергия вместима, здесь процентов. 10%. Ага, то есть нас молнии какие-то тут типа шарашут, и мы радуемся жизни. Или что, или как? Ну не знаю, летим и летим. Это молнии, или это у нас просто как бы система отказывает? Ну, блин, главное, что летим пока, да? Потому что лететь, в принципе, мне нравится чуть больше. Так. Ну, уже вроде бы там видно, да? Наш мост. Так, трах-бабах. Ну, давай. Держимся из последних сил. Как говорится, на последнем дыхании и на одном крыле.
Летим, ковыляем во мгле, а мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. И что это? Куда нас? Дарвин 3. Да сколько тут этих Дарвинов? Так, опять какая-то вода. Угу. Ну. Так, давайте где-нибудь тут запаркуемся. Я думаю, наверное, стремиться тут по этой бушующей глади мы будем в следующей серии. В этой серии я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч на этом странном плоском шарике. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.